Ледяная глыба могла обрушиться на Алматинку по вине строителей. Такую версию озвучил председатель КСК. Он и обвиняется в смерти пенсионерки. В суде рассматривают дело о трагедии 2-летней давности. Обвиняемый уверяет, лед с крыши убирали регулярно. Он предполагает, что глыба, которая убила пенсионерку, образовалась под козырьком из-за кондиционера, который установила жительница дома. Казбек Карибаев считает, если бы слив был внутри здания, трагедии удалось бы избежать. Напомню, ЧП произошло в центре Алматы 2 года назад. 60-летняя женщина шла по тротуару мимо элитного жилого комплекса, когда на нее обрушилась огромная сосулька. Травмы оказались несовместимы с жизнью, она скончалась на месте. Тогда в акимате заявили, коммунальщики плохо счистили снег и лед с крыши. Сегодня в суде допрашивали свидетелей. Я оценил это все наверху, на крыше. Сколько лед надо убрать и так далее, в каком количестве. Мы сам трассу закрыли полностью, оградили, чтобы там машины вообще не ездили. И весь машины, которые паркованы, мы убрали их. Весь лед я стряс, они упали вниз,